Традиционно общегородская легкоатлетическая эстафета проводится в преддверии праздника Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета ежегодная и уже обрела за это время большую известность, а также постоянно пополняется новыми участниками. Добрый день, уважаемые ученики, учителя и группы поддержки, которые пришли за вас болеть. От имени главы города Кракова Максимова Валерия Викторовича поздравляю вас с наступлением 69-й годовщины Победы над фашистской Германией. Желаю вам, ну, чтобы сегодня, во-первых, погода была бы лучше, когда у вас начнутся старты, чтобы олимпийские рекорды у вас сегодня были в связи с такой подстегивающей погодой, и самое главное, мирного неба над головой. С праздником вас! В ней приняли участие школьники и студенты разных учебных заведений. Маршрут в этом году составил один круг по периметру торговой площади. Каждая команда состояла из 8 человек, 4 юноши и 4 девушки. Как и в любом спорте, в беге главная тренировка. Важна не только спортивная подготовка, но и выносливость. Наравне с мальчиками девочки тоже показали неплохие результаты. Проигравших не было, все участники получили памятные призы и грамоты. А команды, занявшие первые места, унесли с собой кубок победителя.